В Гонконге ликвидируют последствия разгула демонстрантов. Вот как сейчас выглядит здание местного парламента, которое активисты накануне взяли штурмом. Разбиты окна и двери, сломана мебель, на стенах граффити и антиправительственные лозунги. Досталось и гербу Гонконга, который вымазали черной краской. Ущерб таков, что заседание отменили на 2 недели. Пекин потребовал привлечь вандалов к уголовной ответственности. А вот так центр города выглядел ночью. Спецназ стеснил демонстрантов от правительственных зданий. В какой-то момент в ход пошли гранаты со слетачевым газом. К слову, поддержку активистам, которые выходят на улицы около месяца, высказали США и Британия. Как раз накануне исполнилось ровно 22 года, как Лондон вернул суверенитет над Гонконгом Китаю. Город стал специальным административным районом. Во многом особый статус Гонконга и стал причиной демонстрации. Люди недовольны тем, что Пекин требовал выдавать подозреваемых в преступлениях. В итоге звучали даже требования отказаться от суверенитета Китая.